Сегодня выдвигаюсь на фабрику по производству смарт-часов определенного ряда моделей, поэтому в дальнейшем тоже будет пару фабрик. Утро китайское, что-то пустое, практически нет китайцев, даже странно, все работают. Вот здесь сдается в скором времени жилой гарден, будет уже построен. В Китае все строят, строят, постоянно одни стройки. Вот как-то так, ребят. Здесь бывает, когда идешь во время обеда, китайцы здесь целой толпой садятся на тротуаре и начинают хавать. Вон, видите, сколько мусора. Они обычно так вот и обычно так все оставляют. Поели, как свинья, все оставили и пошли дальше работать. Ну, довольно такой, знаете, вот большой гарден. Будет интересный район. Вот так, я сейчас иду на метро, садиться и ехать на фабрику. Хорошо, что она находится не так уж и далеко от меня, поэтому времени займет это не очень много. Как хорошо, когда китайские дети все в школе, практически все велосипеды арендные становятся доступными. Выбирай, аж не хочу. Довольно много велосипедов. Я уже упоминал, что аренда, ну, по поводу вот желтых велосипедов, она стоит 1 юань 1 час. Оплатить можно через приложение WeChat, если у вас привязана китайская банковская карта. А мы продолжаем нашу поездку. Итак, поймали такси. Сейчас уже выдвигаемся в сторону фабрики. Я думал, с метро сразу пойдем пешочком, а здесь еще, оказывается, надо ехать на такси. Ну, пока посмотрите улицы немножко. Да, долго не посмотрели, пробка. Вот так, ребят. Поэтому продолжим уже, когда выйдем с такси. Итак, зашли. Вот данная компания, как называется, Moglow. И здесь у нас, как всегда, офисное помещение. Я думаю, что будет и производство сегодня увидим. Здесь сидит, скорее всего, инженер. Итак, ребят, заходим, вот сразу вход, заходим на производство детских смарт-часов. Здесь, по идее, сборочная линия идет. А, не только детских, какие-то есть еще и другие, более взрослые. Ну, тоже из дешевых вариантов. Детские часы, по-моему, я такие еще не делал. Обзор на них. Ну, вот, которые лежат. На них обязательно сделаю, они у меня лежат. Здесь собирают корпуса. Так, что у нас здесь делают? Паяет контакты дисплея. Ну, как-то здесь маловато на самом деле работников. Или то, что мы все-таки в обед поперлись. Скорее всего. Ну вот, собирают все-таки кучи. Сидят, тыкают, проверяют. Здесь же что-то еще делают. Что она делает? Проверяет вызов. Да, на вызовы проверяет. Так, здесь уже что-то другое идет. Другие. Сборочная линия. Довольно интересно посмотреть, понаблюдать. Но это, ребята, получается не производство, а просто фабрика по сборке. Здесь они просто собирают уже готовые комплектующие. Вот идет под брендом Polaroid. Даже так, ребят. Пока еще без дисплея. Микро USB, кнопка SOS. Сим-карту можно вставить. И кнопки вызова, включение-выключение. Так, пойду я пройдусь-ка по другой стороне.
Ну, маленький цех, маленький, на самом деле маленький. Здесь уже готовая продукция. Получается, вот конвейер идет, и они с того конца гонят и собирают. Каждый свою, выполняет каждую свою работу. Один клеит, другой проверяет, другой собирает, другой паяет и так далее. Вот защитные пленки пошли, транспортировочные. Здесь она чистит у нас дисплей. Так. Так, а здесь что у нас? Кнопки или что? Не могу понять. Вот так, ребят, выглядит фабрика по сборке. Так, а здесь что? Не понять. Да, какой-то разгрузочный день сегодня, наверное, у китайцев. Совсем мало. О, что-то новое. Что-то новое. Но выглядит по-дешмански. Включится, не включится. Легкие, наверное, батарейки нету. Они включились. Включились. Посмо. Ну, здесь даже есть какие-то настройки. Play Golf. Ладно, нам это не интересно. О, такие тоже видел. Хотел взять, посмотреть, они из дешевых. Ну и что, ребят, вот и все. В принципе, здесь сегодня мало народа. Поэтому и показывать особо нечего, как они здесь работают. Пару человек буквально. Вот что он делает, посмотрим. Припаивает динамики. А, и батареи отпаивает, и припаивает. Второй чебурек проверяет, наверное, пайку. И тоже что-то паяет. Ну. Контактную группу паяет. Ну, а вот составляющая смарт-часов детских. Дисплей. Кнопки, потом вибро я здесь не наблюдаю, кстати. Большой динамик, батарейка на 400 миллиампер час, микрофон и слот для сим-карты. И как всегда, все внутри скотча. Собрали, отклеили, приклеили и так далее. Так, здесь что он делает? Присоединяет ремешок к корпусу. Для мальчиков и для девочек. А вот еще есть черный, нейтральный. Так, так, так. Что ты у нас делаешь? Не понял, что он делает. Кнопки проверяет, наверное. Да, это все-таки проверяет на вызовы, составляет симки и проверяет сигнал. Давай. В принципе, такое, ребят, производство, а точнее фабрика, поэтому сейчас, наверное, пойдем еще поговорим, возьмем пару образцов и поедем на следующую фабрику. Есть такие варианты, которые даже интересны. Вот этот такой тяжелый, металлический. Так, сердцебиение, часы, шагомер, километраж. Калорий нету. И здесь их целая партия уже готовых. По идее, они их просто получили, прицепят, наверное, ремешки и сразу в продажу. Поэтому мне это не особо интересно. Я хотел увидеть полное производство, начиная там от микросхем, как они их собирают и как выливают, например, сам корпус и ремешок. Это было бы мне интереснее. А так как собирают, это любому дураку известно. Вот новые модели. Там были старые,
А это новые модели. О, даже есть русский язык, Russia. Yeah. Русский язык уже есть, представляется. Ну, довольно прикольный детский цветной дисплей. Не тупит. Контакты. Для ребенка будет вообще классно. 4 цвета. Так, склад. Здесь уже упаковка идет. Коробки также, по идее, готовые. Да, готовые коробки. И вес сразу проверяют. Наверное, здесь же они отправляют. Что здесь есть интересного? О, сразу мануалы готовые. Инструкции. Тоже где-то печатают, явно не сами. И упаковки от разных трекеров. Вот, который лежал, вот он, скорее всего, упаковка будет от металлического. Ну и, в принципе, там ничего особенного такого нету. Пошли дальше. Так, здесь у нас что? Готов. Так, будет видно или не будет? А. Но эти тоже довольно прикольно сделаны. Цветное. Вам не видно, оно отсвечивает. Яркий дисплей слишком. И русский язык довольно приемлемый. Подружиться, разговор, телефонная книга и время. И все только в детском исполнении сделано. Как же вам так показать, чтобы вам было видно? Даже не засвечивается. Дисплей даже довольно хороший. Но немножко по-другому выполнен дизайн. Также есть датчик сердцебиения. Вот так. Так, а здесь уже готовая продукция, по идее. Вот упаковки, кстати, такие вот я брал в прошлом году. Я думаю, возьмем обязательно. Да, вот эти вот я брал. Синие. Ну, так и не снял обзор на них, но думаю, сниму. Вот видите, как лежит все в полуготовом. А здесь у нас то же самое. Да, все по цветам разложено. Сверху ничего. И здесь уже упаковки готовы. Видишь, все-таки разные это модели. Не только детскими часами они занимаются. Вот что-то интересное. Здесь уже другое. Другой смарт-трекер. Смарт-браслет. Туда, да? Там он круглый. Идут. И здесь дешманские, которые стоят, по-моему, $15. Можно приобрести. Самый-самый простой смарт-браслет. Тоже здесь пачками, коробками лежит. Там у нас что? Что-то новое. Что-то новое. Такое еще не видел. Включится, не включится. Включились. Smart Watch. Так. Английский есть. Тоже сим-карту можно вставить, по идее. Ну, немного подтупливают. Но довольно интересно сделаны. Бай-бай. О, сколько их здесь? Тысячи. Тысячи лежат. Или пачками сразу. Вот, пачками вяжут. Уже готовые. Прикольно. Прикольно. Ребят, вам ничего это не напоминает? От чего эта зарядка? Как вы думаете? Да, кто-то угадал. От копии Xiaomi. Mi Band 2 или 1. Значит, скорее всего, они здесь этим тоже занимаются. Собирают копии на Mi Band 2 или 1. Вот так. Корпус без ничего. Уже с установленным
Так, здесь у нас что? Динамик. Скорее всего, динамик и Wi-Fi приемник установлен. И антенна сразу же с обратной стороны. Здесь сидят, скорее всего, менеджеры, которые ищут клиентов, магазины и куда сбывать свои гаджеты, как говорится. Здесь сидит у нас кто? Хало? Михал? Чем он здесь занимается? Батарейки, батарейки, батарейки. Ничего не вижу особенного такого. Что-то здесь химичит. Явно что-то нечистое. И проверяет сразу на месте. Ясно. Все-таки взял я тот браслет, который мне понравился. Вот этот, который тяжелый, мужской. Не знаю, посмотрим. Посижу, поковыряю его. Мне он приглянулся. Что к чему. Вот так, потом сделаем обзор на него. Стоит ли он своих денег или не стоит. Какая цена, пока не знаю. Попозже узнаю и скажу. Но функционал мне понравился. Ну, меню вообще как выглядит. Итак, покидаем мы фабрику по сборке детских часов, но и не только. Если вам, ребят, видео понравилось в таком формате, пишите комментарии, я их все читаю. Что стоит добавить, чего стоит убрать, что лишнее, что не лишнее. Поэтому давайте, пишите побольше, ставьте также лайки, не забываем. А мы поехали на следующую. Как бы, видео я буду делить. Сегодня день посещения фабрик, поэтому сделаю несколько видосов. Все. Будем заканчивать на данном видео. Надо двигаться дальше. Не забываем делиться видосом, ставить пальчики вверх.